Не, я тебя не поймаю, у нас одинаковая скорость. Так что я тебя просто съем, ха-ха-ха-ха. Один лайк, минус один злой Спанч Боб. Поставь лайк прямо сейчас, и он нас не съест. Сейчас вы офигеете. Знаете почему? Потому что я вам сейчас расскажу, кто это такие. Вот это два персонажа. Это получается Спанч Боб и это Патрик. Но в самой игре они очень бешеные. Хотите это увидеть? Поставьте лайк за 2 секунды. Раз. Быстрее ставь свой лайк, потому что без лайка я не начинаю. Поехали. Два. Лайко стоит. Так, у нас есть Роб и Пат. Получается, за Роба можем поиграть и за Пата. Как вы думаете, за кого мне поиграть? Напишите комментарии. За Роба, точнее Спанч Боба, либо за Патрика. И если вы напишите комментарии, поиграя за Патрика, либо Спанч Боба, то и следующий ролик я поиграю. Так, давайте в этот раз поиграем мы против Спанч Боба. Смотрите, что это? Что за фигня? Что с ними не так? Как они ходят? Чего? Ё-моё, они флексят, смотрите. Да я не ожидал от Патрика, смотри, как он может флексить. Так, паркинг лот, Old Warhouse, Urban City. Давайте Urban City поиграем. Так. Ай, хорошо, сейчас пойду, посмотрим, что там будет. Нужно сейчас поймать всех этих детишек, они ходят, тут что-то делают. Я Спанч Боб. Ой, хорошо, Бикини Боттом, мой любимый таун. Так, подожди. Воу! Что происходит? Подожди, куда я попал? Это какой-то город? А что? Кто это такие? Что, как они бегают? Что происходит вообще? Это, ребята, что, очень странная игра, ребят. Я на самом деле не знаю, что тут реально происходит. Но если сейчас Спанч Боб на меня нападет, это будет... О-хо-хо-хо! Смотри, как он бежит за мной! Иди сюда! Я тебя съем! Не-не-не-не-не! Ты что, издеваешься? Вы это видите, как он бегает? Это же нечестно, он намного быстрее меня. Подожди. Я реально очень медленный какой-то. Иди сюда, маленький шпендик. Нет, он поймает меня, смотрите, просто поймает. Я буду бежать, он реально поймает меня. Да, у меня нет ускорения никакого. Все понятно. Не, я тебя не поймаю, у нас одинаковая скорость. Так что я тебя просто съем, ха-ха-ха-ха. Нет, меня есть точно не надо. Подожди, а что мне тут надо делать? Enemy Health. Так, Enemy Health, хорошо. А как я могу бить его, не знаю, жизнь этого Спанч Боба? Ну я понял то, что у него есть жизнь. Может быть, нам сюда надо подходить? Нет, на огонь не... О-хо! Что? Это Чики или кто это был? Из аниматроников, я даже не знаю. Боже, чуваки, вы нормально все с вами? Давайте я вас спасу, но я пока не знаю, куда надо идти. Вы мне лучше покажите дорогу. А я знаю, где дорога, пошли за мной. Я бегу как дурачок. А нет, я тебя пошутил, сам иди. Что? В смысле пошутил? Подождите, а если Спанч Боб... Да ладно, он опять бежит за мной. Подождите, может быть можно делать баг какой-то? Ну-ка, пробуем. А, нельзя ететь колотить. Блин, тут даже нету быстрого бега. То есть он реально может меня поймать в любую секунду. Ладно, Спанчик, ты бегай за мной. Бегай. В принципе, мне не страшно. Как бы ты меня не поймаешь, потому что ты дурачок, да? Нет, я тебя поймаю. Я тебя просто сейчас накостыляю. Не надо, Спанчик Вонянчик. Так, вонючий Спанчунчик. Ха, вот так тебя назову, понял? Буду тебя обзывать, потому что ты офигел совсем. Так, там есть какой-то проход. Ну, мне интересно, смогу ли я туда пройти. Навряд ли, скорее всего. Ладно. У нас есть жизнь. Почему они бегают вообще от него, вот эти чуваки? Я не знаю. Но это очень странно. Очень. Так. Смотрите, опять они разбежались. Что происходит? Что в этой игре происходит? Это какая-то проклятая игра. Так, Спанч Боб сейчас опять выйдет за мной. Блин, он очень быстро бегает, хочу вам сказать. Мне может как-то спрятаться надо, как вы думаете? Ну, пока что не знаю. Может быть, реально нужно спрятаться? Не знаю, я его не вижу абсолютно. Так, куда он делся? Я реально его не вижу, куда он делся? Теперь он не бегает за мной или что? Опа, я походу реально сбежал от него. Но мне нужно сейчас что-то предпринимать, потому что если я что-то не сделаю, мне кажется, он опять за мной побежит. Так, чувак, ты за мной бежишь? Эй, да, за тобой. Подожди меня, блин. Я бегаю как дурачок. Да, я вижу, чувак. Так, подождите, там была остановка.
И там была какая-то отверстие, то есть там был проход. Проход в... Получается, в бездну, да? Ой, да ладно! Лянь, я сделал баг! Что? Я могу упасть сюда? Что происходит вообще в этой игре? Так, подождите, я бегаю. Ладно, давайте попробуем сейчас упасть. Но я хочу посмотреть остальные, получается, карты. Окей, черный экран, привет. Что происходит? Давай выйдем. Эй, Спанчик и Патрик, вы совсем сдурели? Ой, о, Спанч Боб, привет. Здравствуй, мой друг любимый. Сейчас поймаем этого внучка. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну-ка, иди сюда. Раз, два, три, четыре, флексим, йоу. Не-не-не, подождите. А давайте поиграем за Патрика. Урбан Ария, так-так-так. Я хочу поиграть в Ария 51. Так, лянь. Ой, хорошо, так как я сделал. Ха-ха, как тебе такой трюк? О, так, пошли. Ну что, где ты? Ну-ка, пришел сюда. И раз. Ха-ха. Ой, какой я крутой. Мусташио. Ха-ха. Что? Что он делает? Смотрите, а это зона 51. О май гад, что нам делать, чуваки? Может быть, вас как-то надо словить или что? Подождите. Enemy Health, у него теперь 9 жизней. Получается, Патрикос намного сильнее. Спанчика, етить, колотить. Ладно, это реально какая-то арея. То есть, реально зона 51. Я пока что без понятия, что нам нужно тут делать. Получается, вместо SCP тут находится Патрик, да? Хорошо, Патрик. Я хочу посмотреть на твое лицо. Давай, ты, давай, двигай сюда быстрее. Посмотрим на тебя, да и все. А что нам тут делать, пока я не знаю. Цели, походу, никакой нет. Тут, конечно, два есть этих. Получается, два соседа, это Патрик и Спанчик. Ну, что нам тут делать? Вообще без понятия. Так, чуваки убегают, что-то делают. Какая-то суматоха. 312, запомнили. Ладно, может быть, какой-то код. Лянь! Ё-моё! Он бежит за мной, псих! Иди сюда, меня заносит. Тебя заносит, я вижу, чувак. Ну ты больной, конечно, что ты за мной бегаешь? Воу, он очень быстро, хочу вам сказать. Эй, я тебя все равно поймаю, иди сюда, проказник. Нет. Да-да-да, иди. Не-не, не пойду к тебе точно. Вот к Спанчику не пошел, тебе точно не пойду, вонючий, блин, Патрикос. Так, я вижу какие-то колбы, смотрите. Что с ними делать? Блин, был бы тут, конечно, пистолет, автомат, я бы стрельнул бы в эти колбы, и было бы все хорошо. Так, он бегает за мной до сих пор. Больной, блин. Что ты мне за мной бегаешь? Эй, я тебя не опущу. Ты моя жертва, люблю кушать таких, как ты. Не-не-не, подожди. Да вы серьезно, это тупик? Да ладно, он поймает меня? Да ладно, он очень быстрый. Так, чувак, ты давай мне не останавливай, слышишь? Патрикос, это бежит за мной. Ё-моё, тут нет никакой цели, серьезно? Я есть цель, ты чё, поймать тебя? Нет. Блин, чуваки, да что вы стоите как тупые? Так, ладно. Ну, реально, походу, нет никакой цели. Да, да. Вообще, абсолютно. Я не вижу никаких предметов, которые мы можем использовать против этого Патрика, Спанчика, вонючкого. Так, чувак, давай я за тобой побегу. Что, куда ты меня поведешь? А-а-а. Ух ты, ё-моё, что это такое? Это тоже какие-то странные эти, смотрите. Так, он бегает за мной? Нет, он потерял меня? Как он потерял меня? Вы серьезно? Так, тут дверь есть. Дверь не открывается. Офигеть, ну, конечно, они очень странно бегают. Немножко даже страшно, да? Воу, чувак, иди сюда, я очень быстро взял. Нет, ты чё, блин, псих? Ты меня точно не догонишь, понял, вонючий Патрикос? Я хочу показать вам остальные карты, но пока что я не знаю, что нам тут делать вообще. Так, у меня нету быстрого бега, у меня нету ничего абсолютно. Так, ладно, поймай меня давай, поймай, поймай. Балди? Или кто это? Что за... Ладно, давайте я вам покажу следующие карты. Это получается Urban Old House Parking Lot. Первая карта. Блин, ну Спанчик тут, конечно, очень странный. Очень странный етить-колотей. Так, Parking Lot. Что это такое? Это же тот же непонятный город.
Ну да, ничего не изменилось. Патрикос и Спанчбикос также будут бегать за мной, походу. Подождите, а что мы должны делать вообще в этой игре? Если кто-то играл в эту игру, если вы знаете, что нам делать, ну напишите комментарии, может быть, как-то мы узнаем секрет, как вы думаете? Давайте попробуем сейчас пойти в тупо прямо. Прямо, чтобы как бы все было четенько. Так, ну там же уже нету прохода, да? Ладно, я тебя понял. А Warehouse что это? Давай за Патрика. Old Warehouse. Скип. Это та же арена? Да ладно. Это очень странная игра, ребята. Если что, как бы на моем канале уже какая-то традиция пошла. Показывать очень проклятые странные игры. И думаю, вам нравится, да? Как бы вы смотрите, это очень прикольно. И если вам нравится, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Го, продолжение странных проклятых игр. Да, это реально проклятая игра. Смотрите, чуваки бегают. Чувак стоит на месте, просто бегает. Что с ним, он радуется или что? Чему ты радуешься, чел? За нами бегает огромный, блин, Спанч Боб. Йоу, Патрикос, то есть. Патрикос, оказывается, я забыл. Ладно, на этом все, ребята. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если вы знаете, что тут надо делать, пишите обязательно комментарии. Все, с вами был я, Игорь Кодер. Всем удачи, всем спасибо. Всем хорошо. Всем пока!